Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, считается открытой. В честь фестиваля предоставляется ученикам 11 и 9 класса по Кадайре, Павленко, Виктории, Воропаевой Яре. Российской Федерации смирно флаг внести. Дружной школы. Я рада, что вы влились в наш школьный коллектив. Я смотрю, вы такие бодрые, энергичные. Ну, новые театралы. Я думаю, завучка-воспитательна со мной согласится. Я очень рада. Я очень рада, что вы с нами. Вы рады? Вы рады, что 1 сентября наступило? Ну, какие молодцы! Это вообще редкий случай. Редкий случай, когда вот дети рады 1 сентября. Спасибо вам за это. Спасибо. Поздравляю вас с праздником вашим, самым первым, самым важным в стенах нашей школы. 1 сентября, ваш первый звонок. Я поздравляю вас. Желаю вам только пятерок. Ну, иногда четверок. Но в основном, чтобы вы были пятерки, чтобы вы хорошо учились, плясали, занимались спортом, рисовали, еще там что-то делали на радость нам, родителям. Желаю вам всего самого-самого хорошего, дорогие родители. А вам желаю, ну, терпение, правильно. Терпение, терпение и терпение. И вообще все у нас будет хорошо. Был бы мир, было бы тепло, светло, уютно. А наши дети, они очень, очень хорошие. С праздником вас. Спасибо. Комитета по имущественным отношениям Азовского района Хадыкина Маргарита Анатольевна. Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители и дорогие школьники. Разрешите по поручению главы администрации Азовского района, главы Александра Николаевича Палатного, поздравить вас с таким знаменательным праздником. 1 сентября – это особенный день в нашей стране, поскольку отмечает сразу несколько праздников. Это и начало учебного года, и первый звонок для наших первоклассников, которые вступают в совершенно новую жизнь для них, а также для наших выпускников. Это для них не только очередной праздник, но и новый этап вступления в взрослую жизнь.
Но самое главное, сегодня отмечают также и государственный праздник для всей нашей страны. Это праздник День знаний. Хочу пожелать нашим выпускникам успешно сдать экзамены, а первоклашкам оставаться такими же веселыми, очаровательными, подольше быть детьми, да, и быть такими же любознательными, поскольку в дальнейшем, чтобы ваша любознательность переросла в тяги знания. Хочу сказать большое спасибо и пожелать нашим педагогам за то, что они преданы своему труду. Пожелать им, чтобы их ученики не огорчали их. Детям пожелать побольше успехов и новых побед в этом году. Ну а родителям, конечно, хочу пожелать мудрости, воспитания ваших детей и гордиться успехами ваших деток. Еще раз с праздником вас! Глава крестьянского фермерского хозяйства ТФХ Косивченко Прокопченко Анжела Владимировна. Уважаемые односельчане, уважаемые наши любимые ученики, поздравляем вас от коллектива нашего хозяйства с началом учебного года. Хотелось бы пожелать малышам терпения, внимания, чтобы вы слушали свою учительницу Марину Викторовну, чтобы вы ходили активно, успешно и инициативно в школу. Набирайте знания, потому что вы наше будущее. Ребятам, старшеклассникам, те, кто заканчивает 11 класс, сдать ЕГЭ ваши, любимые, на 100 баллов, чтобы только 100-бальники были. Вам, ребята, в 9 классе тоже благополучие. Если кто-то останется в нашей школе, пожалуйста, оставайтесь, мы только будем вам всем рады. Остальным, если кто будет, пойдет дальше в учебное заведение, чтобы вы нашли свою дорогу, чтобы вы сумели определиться в жизни, чтобы Господь вам всегда помогал. И хотелось бы, конечно, пожелать нам всем мирного неба над головой. Для нас сейчас это самое главное. Поэтому здоровья, счастья, благополучия родителям, удачи, учителям терпения. Спасибо. Ну, маленьким и ребятам и вам небольшие презенты от нашего хозяйства. Дорогие учителя, родители и наши первоклассники, 1 сентября – знаменательный праздник. Сегодня наши дети знакомятся со школой. И именно вы, дорогие учителя, станете вторыми родителями для наших детей. Окружите их своей заботой, дадите им знания и стимул для достижения новых высот. Мы уверены, что с вашей поддержкой нашим детям окажутся по плечу любые трудности, а мы, как родители, всегда придем к вам на помощь. Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем легкого учебного года. На нашем празднике присутствует Матишов Сергей Григорьевич. Добрый день. Я как бы от лица Содружества. Я там всяк працую немножко. Поздравляю всех деток, мам, бабушек, учителей с этим праздником. Желаю всем мирного неба, чтобы вы не видели войны никогда.
и здоровья всем. А от содружества, ну, тут, понятно, все. Жанна Александровна, спасибо на нужды. Спасибо. Дорогие первоклассники, теперь у каждого из вас есть так, кто ежедневно в класс с улыбкой будет приходить, чтоб вас лелеять и расти, чтоб нос кому-то вытирать, учить читать, учить писать. Теперь ваших детей по дорогам знаний поведет ваша первая учительница, Чернобай Марина Викторовна. Слово классному руководителю. Дорогие мои первоклассники, поздравляю вас с вашим первым днем знаний. С этого дня вы стали учениками. Я желаю вам, чтобы в школу вы приходили с большим удовольствием, с хорошим настроением, чтобы каждый из вас стал отличником, чтобы школа для вас была вторым родным домом, в которой вас ждут веселые перемены, внимательные уроки и добрые учителя, которые вам всегда во всем помогут. Я желаю, чтобы каждый из вас стал отличником, чтобы родители всегда гордились вашими успехами и вашими победами. Клятву произнести. Да, да. Готовы? Ну давай. Клянусь перед всеми стараться здоровым быть, в эту школу исправно ходить. Клянусь. Клянетесь? Да. Хором давайте отвечать. Клянусь. Молодцы. Клянусь читать и писать я прилично, и в ранце носить хорошо и отлично. Клянусь.
Клянусь в том, что я буду очень стараться с друзьями моими впредь больше не драться. Клянусь я ребенком воспитанным быть, не бегать по школе, а шагом ходить. Клянусь. А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю. Тогда обещаю мыть вечно посуду, и на компьютере играть я не буду. Клянусь. Ребенком всегда идеальным я буду, и клятвы моей никогда не забуду. Клянусь. Еще раз. Клянусь. Молодцы. Дорогие ребята, в стране знаний возможно множество премудростей. Все задачи правильно писать, научить не бояться трудностей и книги длинные читать. Встретила вас школа, как и нас встречала, и станет вам родным ее порог. И скоро вы поймете, здесь начало всех мире, где знаний и дорог. Я от тебя дружок не скрою, учеба не всегда легка. Но ты не трусь, держись героем. Вот пришел желанный час, ты зачислен в первый класс. Ты должен послушай нас, выдадим тебе наказ. Всем о школе расскажи, честью школы дорожи. Ты держи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. День торжественный, веселый, непривычно все для вас. Мы пришли сегодня в школу, в первый свой учебный класс. Пожелаем с любопытством все уроки изучать, на лету хватать все быстро и предметы знать на пять.
Мы продолжаем традицию передачи самолетик навигатор. То есть самолетик будущего. Нашим маленьким первоклассникам. Ребят, послушайте легенду о самолетике навигаторе. В большом аэропорту живет маленький самолетик навигатор. Он очень добрый, веселый и любопытный. Он безумно любит путешествовать и уже успел побывать в новых местах. К навигатору часто приходят его друзья, которые просят куда-то отвезти, рассказать что-то интересное, попросить совет или просто посидеть рядом. Ведь от маленького самолетика исходила большая любовь, тепло и уют. Друзей у него много, и мальчики, и девочки. И даже взрослые. Однажды пришли к нему в гости дети. Мальчик говорит: навигатор, я нигде не летал. Я еще нигде не был. Так садись, прокачу по голубому небу. Любое место домчу. Сразу предложил самолет. Нет, я боюсь, прошептал мальчик. Ничего не бойся, я всегда буду рядом. И ты всегда сможешь на меня положиться. Махнул крылом в самолете и улетел, показывая города в стране под названием детство. Дорогие наши первоклассники, примите от наших самых старших учеников талисман удачи. Самолетик навигатор. Ребята, подойдите. Мы желаем вам хорошего начала нового учебного года. Успех вам, ребята! Ребята, поздравьте своих учителей с праздником вручения цветов. Ученица 11 класса Павленко Виктории и ученица 1 класса Мельховой Марьяне.
завершить круг почета и первыми покинуть линейку предоставляется учащимся первого класса в сопровождении наших старшеклассников. Давайте все вместе поддержим аплодисментами и проводим их на первый в жизни урок. Все, спасибо большое, директор.